Всем привет, ребята! Вы на канале Вот Апекс. И сегодня я нахожусь на общем тесте игры World of Tanks. И сейчас я вам покажу, какой же нас следующий боевой пропуск будет ожидать. Но перед этим не забудьте подписаться, поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а мы начинаем. В новом боевом пропуске будет изменен интерфейс. Тот, как и было, будет три главы, где вы будете получать стиль на технику. Но в чем изменение интерфейса? Вы не смотрите то, что тут 10 этапов, потому что это все-таки тест. Настоящих там будет, как тогда, наверное, 50 этапов. Но продолжим. За прохождение первой главы вы получите Зигфрида Хамеля. И также стиль на Леопарда 1, который называется Рейтер. Вот так он выглядит. Д стиль будет называться бункер. Ну, вот так вот можно посмотреть его. Давайте возьмем эту главу и посмотрим, какой там интерфейс изменен. А, и кстати, раз у нас тут три главы, мы можем активировать любую из них. Вот, например, прошли вы половину этой. Захотели вот эту, например, начали половину прошли, потом эту половину. И так прошли все, проходите все три главы. Давайте активируем первую. Все, активировали. Активировали это как бы, как в настоящих, то, что я говорю, что выбирать любую. Можно также третью активировать и начать сразу ее. Купим. То также говорю, общий тест 100 золота, там будет подороже. Также награды вот. Покупаем улучшенный. И сейчас докупим эти все этапы. Так, докупаешь. И все, купить. Так, вот, изменен интерфейс. Вот, трофейное оборудование можно выбирать. Вот так. Например, трофейный досылатель. Все, его взяли. Потом тут что? Закалку взяли. Здесь, например, на СССР взяли. Ну, тут берете это, какую ветку качаете, какую нацию, вот для тех и берете. Ну, вот, например, я СССР докачиваю. Вот беру... На СССР. Все, забираю. И вот такой будет экран при получении стиля. Все, члены экипажа получаем. Полный стиль, трофейное и все остальное. Все, первое пройдено. Вот в казарме у нас... Есть Зигфрид, его можно посадить на любую нацию. Давайте посмотрим дальше. Дальше у нас будет стиль Freight Train на Т-110Е4. Такой. У него здесь также все стандартно будет. Также можно будет вам вот взять, и, например, не первую, а вот взять, активировать вторую. Все, и проходите ее. При прохождении получаете стиль на Т-104 и командира Бенджамин Уи
Уиллард с боевым братством и двумя перками, которые можете выбрать. Давайте тут докупим тоже. Купим эту главу и докупим этапы. Все, и тут также выбираете, например, вентиляцию. Здесь досылатель на Францию, например, и тоже на Францию. Забирайте. Ну и получайте стиль на 204. Все, забрали. Там я вот тут не забрал. Тоже можно на Францию закинуть. Все. Вот. Ну и давайте посмотрим, что у нас в третьей главе. В третьей главе у нас будет стиль на кранваген. Третонде. Вот так он будет выглядеть на четвертом этапе. Тоже красиво выглядит. Ну и за прохождение этой главы вы получите стиль полностью на него. И Мари Фредриксон. Давай, ну, также можно и третью активировать будет. Давайте купим тоже. Покупаем. И этапы докупаем. Все, и тут все то же самое. Например, трофейные технологии защиты. Приводы наводки. Швецию. Ну и для Швеции тоже. Забираем. Ну и получаем стиль на кранвагена. Все, экипаж, все правильно. Все, когда вы пройдете все этапы, только пыль, город без окон, солнце среди руин, написано, теперь вы можете подать все очки боевого пропуска в специальном разделе магазина, зарабатывайте очки, пока боевой пропуск доступен. Вот, у вас, ну тоже не смотреть, у вас будет больше, потому что также это, я говорю, это тест. У вас будет, конечно, больше, и тут будут у вас техника за жетоны, которые вы получите, но сейчас их нет. Вот так будет выглядеть, когда вы пройдете. И также товары за очки, у вас их тоже будет больше, наверняка. И за них вы сможете тоже получить технику, ну и что-нибудь другое. За прохождение трех задач вы получите вот такую медаль. Короли бетонных джунглей. Пройти все этапы прогрессии в рамках 7-го сезона боевого пропуска. Все, давайте, я тут на кранваге набрал, давайте посмотрим. Готовые стили. Сейчас найду. Также вот будет бункер, каменный дождь и боевые раны. Ну и третонды. Будет выглядеть у вас вот так. Ну, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, для вас информация была полезна про боевой пропуск, за все. Все у вас будут получены экипажи.
все и сможете посадить их на любую утиль, на любую нацию. Командиром, наводчиком, заряжающим, да кем угодно. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал Вот Апекс. Жмите лайк, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.